Так, сколько там они дали, ты не помнишь? Еще едет один. Армада. Так, хорошо. Так, а я на том же месте, да, стою? Неплохо. Так, он сейчас подъедет. Ага. Блин, гад, а смотри, что делает. Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем Hills of Steel, и хотим поиграть сегодня схватка с боссом. Да, она стоит 2 кристалла, но мы возьмем большой танк, и там сказали, что что-то очень много денег, типа, ты заработаешь. Не знаю, посмотрим. Вот у нас едет удар грома. Ага. И сколько нам за этого удара грома денег дадут? Так, мы, наверное, вот так вот встанем с тобой. И будем ждать, пока он подъедет. На, еще один удар. На, готов. Так, сколько там они дали, ты не помнишь? Еще едет один. Армада. Так, хорошо. Так, а я на том же месте, да, стою? Неплохо. Так, он сейчас подъедет. Ага. Блин, гад, а смотри, что делает. Ё-моё. На, получай. Еще удар. Ну, не особо и много денег, конечно, там дают. Так, это чувак. Легион. Блин, а я что, все время в этом месте должен стоять? Как мне его? Как он себя отреагирует? Он сейчас отсюда начнет стрелять. Ну да. Тихо. Так, мимо. Давай, подъезжай ближе. На, еще один. На, удар. Еще один. Есть. Убили. О, 2000 монет у нас. Офигеть. Следующий. Кнут. Угу. Так, а как ты у меня убиваешься? Сейчас посмотрим. Этот начнем стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Но он не попадает в меня. Ах ты, ё-моё, начал попадать. Ладно, теперь я сам к тебе подъеду. На, получи. На, еще. Еще. Тихо, ты что творишь-то, алло? Все, уничтожили. Да, 40 монет за одного убиенного босса. А вот гонец ада приплыл к нам. Так, тихо, давай, поднимайся. Сейчас он подъедет сюда, я его сейчас щелкну. Так, раз. Два. Сколько ж тебя-то пулять-то надо, алло? Да, надо еще раза 4 у него щелкнуть. Так, мне нужно где-то поднятие вот здесь, например. Опа! Есть удар. Ой-ой-ой, еще один. Ё-моё, давай. О, смотри, сейчас опять. Так, а я тебе сейчас не щелкну здесь. Давай на следующем. Давай на следующем, слушай. Вот здесь. Опа, готов. Ну, не особо много мне этих денег. Ой-ой-ой, еще один. Бомбардир? Так кто ты такой вообще? Откуда ты взялся, алло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, давай хилиться. Эй, ты забрал мою хильку. Слушай, чувак, отдай хильку мою. Ладно, надо его будет щелкнуть еще один раз. Он мою хильку забрал, прикинь. Куда ты ее? А, вот она, господи. Ё-моё, убили мы тебя, наконец-то. Забрал мою хильку, а? Гад. Ух ты, лазерная пасть. Офигеть, это еще кто такой? Это еще, ребята, кто такой? Есть. Так, тихо. Нет. Я не знаю, какой там у него лазер будет мощный. Так, ну зато мы его... А, это ты еще что ли? Господи, ты боже мой. Фигня какая-то. Сейчас я тебя отщелкаю, подожди. Все, отщелкал. Отдыхай. Нифига мы денег зарабатываем. Где 200 уже? Удар грома. Так, этого я знаю. Удар грома. Давай, я буду тебя щелкать. Попадаю. Сейчас нет. Так, а ну-ка. Ага, сейчас буду попадать. Нет, не попал. Есть, попал. Есть, еще один раз. Тихо, нифига как ты встал. Но все равно мимо, лошара. Все, уничтожили, 2300 у нас уже. Следующий, армада. Это уже повторяется, слушай, ребята. Слушайте, чуваки, вы уже повторяетесь. Так, не знаю, где ты там? А, вот ты где, слушай. Есть. О, тебя будет сложно убить, я знаю. Ё-моё. Какой ты нехороший. Так, есть. Не-не-не, не надо. Так, сейчас, подожди.
Я тут не могу же бесконечно назад отъезжать. Вот, 2400. А, вот это уже, этот, я помню, легиона как уничтожать. Так, а ну-ка. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я боюсь. Так, а ну-ка, давай встанем здесь. Еее, ну не сложно, в принципе. Нормально, 249. Так, кнут. Угу. Так, кнутика я сейчас буду... А, вон он как встал, смотри. Он там застрял, бедолага, а? А нет, не застрял. На, получай. Почему мне хилки не дают, а? Как же мне хилиться-то, ребятушки? 2600 монет, ой. Так, вертолетчики, нифига годятся, да, ё-моё. Это вообще сложный. Сложно сейчас насчет вот так вот делать, стрелять. Мне только вот здесь вот его стоять и ждать. Когда он подлетит назад. Раз. И еще разок его. Щелкнуть. Так, мимо, мимо. Давай еще так вот. Опля, есть. Еще под конец. Ах, не успел. Раз. И еще последний раз. На, получил. Вот за него что, 100 дают, что ли? Так, мне вот тогда вот этого бомбардира надо срочно уничтожить. Чтоб соточку мне дали. Так, а ну-ка тихо. Ай, бомбардир, вонючка. Ой-ой-ой-ой, тебя я не люблю. Так, тихо-тихо-тихо, отъезжаем. Нафиг. На. Так, а ты чё быстрее меня летишь, а? Так, ё-моё, ладно. Надо ждать, пока он здесь будет пролетать. Щелкну сейчас его. Раз. На, убил меня. Ах ты. Гад. Ну что ж, ладно. Даже мне дадут. Ой, до звания своего даже дойду скоро, может быть, новенького. 780 монет написано, что я получил. Ух ты, прям нормально, таки 2700. Я тогда карту новую скоро открою. Угу. Ну что ж тогда. Давайте еще в зимнюю сыграем. Прям вообще боссов. Очень много было боссов. Битва с боссами. Угу. Куча боссов было. Одни боссы были. Так, отдыхай сразу. Давай. Так, мимо. Еще. Так, тоже отдыхай. Мне теперь, ребятушки, нужно немножко совсем денежек. Я думаю, вы мне поможете. Ой-ой-ой-ой, какой нехороший чувак, а? Встал, смотри здесь. А, и прям в меня стреляет. На, ты тут тоже мне не помогай. Бандит. На, с одного удара. Так, а ты как-нибудь... Как мы тебе... О, я тебя убил? Так легко? Просто стрельнул в землю. А, давайте поедем дальше, посмотрим. Кто тут будет у нас? Какие? А вот эти, ребятушки, один перевернулся уже, один стреляет. Ох ты, я вообще-то не в тебя метился, извини. Дружище. Так, мне надо будет захилиться, либо подождать уже этого босса. Ну вот, босс едет. Да, сейчас я его убью. Армада. Ага. Так, подъезжаем. Щелк. Ой, хорошо, давайте я тут встану. Ой, не надо прям меня так стрелять. Есть. Забираем. Подлечимся сейчас. Подлечились. Едем дальше. Где у нас тут танки? Никого нету. А, нет, едет малыш. Так, подожди, ты мне мешаешь. На. Так, этого тоже сразу сейчас. Щелкну одного и второго. На, получай. Блондинчик. На, да подожди. Да что такое? Не могу попасть тебе. На, готов. Готов, чувак. Чувак, ты готов, отдыхай. Так, едем дальше, смотрим, что кто у нас тут. О, ребятушки, смотри, вдвоем перевернулись. Ну все, вы тогда стойте там, стреляйте, а я тогда постою здесь немножечко. Мне нужно захилиться. Опля. Так, а вы начнете стрелять или что? Есть, готов. Сразу двоих. А вот еще третий. А, третий, четвертый едет. Не знаю, кого первого щелкну. Вот этого малыша и второго. Вот этого. О, кто же мне придумал стрелять? Я только подлечился. Только танк подлечил, и ты появился здесь. Подожди, сейчас я тебя щелкну. Тихо. Нет, подъехать надо немножечко ближе. На, получи. Кто там следующий? О, монетки. Ой, слишком близко я подъехал, нет. Нормально, сейчас этого щелкну.
Ну нормально, да, ребята, я заработал монет на вот этих боссах. Всего лишь 2 алмазика использовал. Но зато сколько монет. Столько монет за 2 алмазика я бы не купил бы. Так, и второго. Срочно второго. Ой-ой-ой-ой, вот этого я не люблю. Стреляй тут. Тихо. И перевернулся он, нет? А, нет, нет, нет. Не перевернулся. Так, вот маленького сейчас. Опс, есть. Ой-ой-ой-ой, хотел вот прям так вот в полете тебя щелкнуть. Так, ребята, вы что здесь прячетесь? На, один. А, все, двоих я завалил. А вот и чувак, удар грома. О, это вообще не страшный. Надо просто знать, как его заколбасить. Вот здесь вот встать. На. Ого! Удар. Не ожидала, конечно. А хотя можно было догадаться, что он сейчас здесь встанет и мне в упор будут стрелять. Ладно, давайте поедем, посмотрим, что тут еще интересненького есть. Так, монетки мне нужны. Ой, сколько вас тут много, а, ребята? Чересчур прям. Давайте я немножечко вас уберу. Вот этого особенно. О, гаденыш. Так, вот этот мне любимый мой танк, который вечно переворачивается. Куча монет. Тихо. Да сколько вас там, чуваки? Ага. Так, есть, готов. Сейчас я к тебе подъеду поближе. Все, нужно срочно подлечиться. Да лечение такое еще слабое. Слабо подлечивается. Так, а здесь я к вам поближе подъеду. Раз, два, три, четыре. Всего 4 танка было. Так, вот еще 5 едет. Вот ты мне здесь как раз и не нужен. Мешаешь мне тут. На. Вон фига, я еще и отлетел на 20 метров нафиг. Хорошо. Получай. Ох, нифига, тут сколько танков, ребята. Ну, против такой армады там еще вон куча ехала. Конечно, было тяжело справиться. Ну что ж. Ну, я весьма неплохо сегодня поиграли. Прям весьма неплохо. А сколько там у меня денег вообще было? 2800. Скоро 3000 я куплю новую карту. Это будет в следующем ролике, я надеюсь. Да, дорогие друзья. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также передавайте приветы. Всем пока.